Тверская область вошла в топ-25 регионов России для санаторно-курортного отдыха. Рейтинг регионов представил туристический портал «Турстат» совместно с сервисом бронирования путевок санаторий-россии.рф. Рейтинг составлен по результатам анализа брони путевок в санатории для отдыха и лечения с 1 по 30 ноября 2019 года. Санаторное лечение детям в Тверской области оказывают 6 подведомственных региональному министерству здравоохранения учреждений. «Радуга», «Прометей», детский психоневрологический санаторий «Новинки», Вышневолоцкий санаторий для детей с ДЦП и патологией опорно-двигательного аппарата, противотуберкулезный санаторий номер 2 и Митинский противотуберкулезный санаторий, а также областные учреждения – Валентиновка, Игуменка, Компьютерия, Исток, Митина и пансионат Верхневолжский. Тверской регион является высоко востребованным и потенциально растущим регионом по туризму. Это сегодня для нас является, как вы знаете, одним из приоритетов. И, надеюсь, этот приоритет будет продолжен в течение последующих лет работы правительства нашего региона.